Ребята, всем привет! Купили иваси, сейчас отварим картоху и будем кушать эту вкусную, чудесную рыбу. И в этом видео мы хотели бы вам показать, как мы чистим эту рыбку. Берем отдельный пакет, чтобы складывать внутренности. Достаем рыбку и начинаем чистку. Все смотрите, как мы делаем, вы можете повторять за нами. Итак, поднимаем жабры, вот таким образом выдергиваем все, что находится внутри. Да, многие люди не так чистят, ребят. Пишут, вот вы там самое вкусное выдираете и ничего не оставляете. Ребят, ну мы вас не учим, мы просто показываем, как мы это делаем. По-другому, ну не знаю, как ее чистить. Напишите в комментариях, как вы это делаете. Итак, выбираем внутренности и обращаем внимание, что вы вырвали из внутренности. Там может оказаться икра. Давайте еще раз посмотрим, как это делается. Итак, вот тянем под жабрами. Все, вот. Это все выбрасываем и проверяем обязательно, что там внутри. Так, тут ничего нет. Отлично. Смотрим, как чистится следующая рыба. Итак, раздвинули жабры, ухватили. Вот. И тянем. Вот таким вот образом. Все, отлично. Убрали, посмотрели, что у вас в руке находится. Вроде ничего нет такого съедобного. Отлично, все, рыбка уходит. И вот таким образом поступаем с каждой рыбкой, которая у вас есть. Дальше рыбку мы кладем в миску и тщательно ее вымываем. Ну, конечно, удобнее всего это делать под проточной водой, но сейчас у нас проблемы с водой, ее временно отключили из-за технических неполадок, поэтому выкручиваемся вот таким вот образом. Залазим вовнутрь, все вот таким образом тщательно вымываем, ничего сложного нет, процедура до боли простая. Вот если есть черненькие вот такие вот, видите, вот пленка, ее тоже можете убрать, так как рыбка будет немножко горчить. Можете не убирать, смотрите уже сами. Дальше уже очистка на ваше усмотрение. Если хотите, вы можете голову просто отрезать. И все, оставить просто вот мясо. Можете не отрезать. Мы это делаем в процессе. То есть сейчас будем ее кушать, и вам все прекрасно покажу, как я кушаю иваси. Ребята, ну все, рыбка готова. Вот так эта красота выглядит. Отварили картохи. Дальше налили домашнего масла. Сейчас буду кушать, но перед тем, как вымазать руки, я хотел бы с вами поделиться очень классной информацией. Значит, мы каждый год отдыхаем на море. И мы вам рекомендуем хотя бы один раз в год отдыхать. Неважно где, но если на море любите отдыхать, тогда ссылки на вот эти группы я оставлю в описании под этим видеороликом. Значит, в этих группах вы сможете снять жилье в Крыму либо в Краснодарском крае. Объявление размещают только владельцы жилья. Агентов недвижимости и посредников нет. Поэтому мы через эти группы только бронируем всегда жилье. В группах вы найдете объявления от владельцев отелей, гостевых домов, домов в частном секторе, гостиниц и так далее. Поэтому ссылки в описании. Переходите, вступайте и бронируйте. Итак, ребята, ну давайте посмотрим, как сейчас я буду кушать иваси. В принципе, все просто. Много ума не надо. Берем. Дальше. Оп. Вот таким образом отдираем, оставляем. Ребята, вот здесь вот есть мясо. Я его выберу и буду кушать. Ну вот нравится мне так. Но вы можете сразу голову после чистки обрезать и выкидывать. Либо когда будете кушать, оторвать вот таким образом и кушать. Все, как бы ничего такого нет. Все. Косточки выбираем. Вот, берем вот таким образом. Вот я разделываю. Дальше. Берем, вот поднимаем, вот пальцем, смотрите, вот снизу, вот так вот, вот поддеваете, все. И большую часть костей убираем. Конечно, мясушка здесь остается, иногда вот осталось, допустим, его можно скушать, чтобы не выбрасывать. Все, вот он позвоночник уходит на салфетку. Все, дальше тут уже аккуратненько кушаем. Возможно, вот, видите, косточки остались. Внимательно смотрим, выбираем и все. Все, ребят, все, спасибо за просмотр. Всем приятного аппетита. Всем до новых встреч. Пока-пока.